Всего 2 недельки. Сынок, ты даже не успеешь соскучиться. Кирикине от нас передай привет. И слушайся ее. Пока-пока. До связи. Пока. Пока. Лаврентий. Одну минуточку. Лаврентий. Лаврентий. Может, вам попить принести? Спасибо, не надо, все хорошо. Не проголодались? Мы же только еще позавтракали. Ну, хорошо, солнце мое. Ай, Аннушка, я так устала, так устала. То ему поесть, то ему попить. Не ребенок, а наказание. Наказание, Кикимовна. Пацан, дай мяч сюда. Пацан, вы мне? Я тебе мяч кинь, говорю. Я не могу. Вообще-то я спинальник. Чего ты? Ладно, сам возьму. Тебя везти, что ли, куда? Вообще-то я так гуляю. Тогда ладно, я думал, забуксовал. Артист! Ты чё застрял? Да я вот тут. Сюда идите. Ой, Аристарх Эдуардович, ни минуты свободного времени, ни секундочки. Отвези его, привези его, уложи его, разбуди его. Я уже не чувствую ни рук, ни ног. Все друзья меня артистом называют, но мне кажется, что я артист и по званию, и по названию. Талант у него, а я коммерс, умею убеждать и мотивировать людей. Хип-хоп, я это... Рэп читаю. Тебе хлоп-хлоп, а я хип-хоп, мы с друзьями просто топ. А это Асоль, нежная и удивительная девочка. А я Ромашка, потому что Дашка. А к тебе как обращаться? А это Молекула, мой брат. На него можешь не обращать внимания. Иди домой. Домой! Не пойду. Лаврентий, Лаврентий. Прячьтесь, Кикимовна идет. Погнали. Лаврентий, не хотите ли киселя? Хочу, очень хочу. Хотите? Киселя? Так мне что, теперь идти его варить? Идите, Кимона, идите варите. Нет, ты представляешь? А зачем мы прятались от этой Кикиморы? Это моя няня. Мне нельзя ни с кем общаться, у меня иммунитет слабый. Зовут тебя Лаврентий, мы это уже слышали. Прямо как лавровый лист. Специя какая-то. О, точно, будешь спецом. Я? А что? Мне нравится. Ой, Капитолиночка, доброе утро. Ой, ну как тут не запыхаться? Разбуди, одень, накорми. Ой, и так целый день. Да-да-да. Вот ты меня понимаешь. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Какие у тебя планы на сегодня? План у меня просто грандиозный. Сидеть на этом месте. Короче, идешь с нами, будешь на шухере стоять. На чем? Я спинальник, если вы не заметили. Зато мы рукальники и нагальники довезем. Ну вот что с Кикимровной делать? Вот в чем вопрос. Так, сейчас посмотрим.
так уж. Одна маска на лице – это минут 20. Еще вторая на очереди – это тоже минут 20. Значит, около часа у нас есть. Погнали! Иди домой! А вы уверены, что ее нет дома? Ну так, служба в храме до 10, я уточнила. Но пока она доковыляет, уже будет обед. Так что не беспокойся. Окей. Давайте так, пока мы со соль клубнику собираем, мы помидоры поливаем. Да Машка дело говорит, только осторожно, лейте под корень. Ты спец на шухере стоишь. На чем я? Я же в кресле. Вот в кресле и стой. Шухере это на стрёме. Да, я объясню. Мы в чужой огород, а ты нас прикрываешь. Если кто пойдет, подашь нам сигнал. Какой сигнал? Петь умеешь? Пой. Как? Громко. Иди домой. И пойду. Это мы вам принесли. Не ешь, помыть надо. Да ну, щеки будут тоже. Ну что, украли? Ты что, совсем что ли? Баба Клара старенькая, у нее ноги болят. Как ей по грядкам лазить? Пока ее нет дома, мы ей урожай собрали. Умник, Тимурова команда читал? У меня есть эта книга, я дам почитать. Лаврентий, Лаврентий, не пожарит ли вам картошечки с колбаской? Украли! Похитили! Похитили ребенка! Похитили! Где мой телефон? Алло! Алло! Это полиция! Это МЧС! Да возьмите уже кто-нибудь трубку! Лаврентий? Здравствуйте. Лаврентий, где вы были, Лаврентий? Здесь, где же мне быть? Киокимовна, вы себя хорошо чувствуете? Да не ори ты. Мне нужна будет скорая помощь, только попозже, я перезвоню. Что с моей головой? Что с вами? Я вас обидел. Да нет, Лаврушечка. Я никогда еще не была старой. Это так трудно принять. Но я привыкну. Я постараюсь привыкнуть. Нет, Кимона, это не старость, это я вру. Теперь я знаю, вы меня поймете. У меня еще никогда не было друзей. Со мной это тоже случилось впервые в жизни. Я только учу дружить. Ребята, выходите! Похитили! Чапу похитили! Лаврушенька, зови ребят, труби общий сбор. Собака. По голосу мелкая.
Вот я чувствую, это наша. Погнали! Иди домой! Артист, ты прибираешь на склад. Ромашка, а соль? Идите, отвлекайте, бариста. Принято. Принято. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, а вы детей обслуживаете? Ой, извините, я сейчас подниму. Я думаю, детям тоже можно идем, да? И спокойно до вечера можно, Мы да? просто думали, это детское кафе. Это не Чапа! Куда? Это моя собака! Что здесь происходит? Придумала природа 4 пары года. Эти сезоны нам всем знакомы. Что вообще происходит? Панаму и шорты одета. Лодка моя солнечная. Стойте! Стойте! Все забыли. Нам всем знакомы. Урожай у ферме рады. Извините, прошу прощения, мы больше... Простите, мы вообще уже уходим. Да. Что это было? Не знаю. И да, всем приятного аппетита. Сбежали, оставили меня одного. Вы забыли про меня. Да не забыли мы про тебя. Забыли. Мы не забыли. Мы просто испугались. Струсили мы. Мы трусы. Но вы же виной, значит, вы не трусы. Вы мои друзья. Наша-то где? Не знаю. Там она вообще не наша. У нее ни чёлки, ничего. Она лысая была. У нее вообще нечего делать будем. Где же мы ее искать-то будем? Да мы уже развесили объявление. И в интернете. И в интернете выложим. Думать поможет. Думать кто-нибудь позвонит. Здравствуйте. А где Лаврик? Он пока немного занят. Интенсивно повышает иммунитет. Дети, все к столу. Идемте пить чай. У меня все готово. Привезли. В 2 часа собрание садоводов. А сейчас сколько? Без 15. Погнали!